Всем доброе утро. Утро 2020 года. 2020. И утро 2020 года должно начинаться только так. И никак иначе. Кто со мной? Мне кажется, так многие завтракают 1 января. Ну, по крайней мере, я этому очень рада. Ох, сейчас как позавтракаю. И пойдем гулять с Чарли. Вчера было что-то невероятное. Все гремело, все стучало. В общем, Чарли был в шоке. Но и об этом я вам рассказала во влоге вчерашнем. Вот, пошла я завтракать. У кого как, а у меня утро 1 января начинается, ну, кроме селедки под шубой, с прогулки. Сегодня опять пойду до пляжа, пешкарусом прогуляемся. Ой, а что там закрыто, что ли? Ну ладно, проберусь. В общем, да. Вчера отметили очень замечательно, в спокойной дружеской обстановке. Вот, подурачились, пофоткались, налопались. В общем, да. Муж у меня, правда, уехал, он всегда уезжает либо... Либо 24-го, либо, ну, 31 января к детям, ну, навестить детей там, с ними, в общем, побыть какое-то время. И так как 24-го мы ездили в отель и не было возможности уехать, вот он вчера смотнулся, в общем, ну, потом приехал, и мы поехали домой. Так что... А, ну да, он еще съездил к детям, а потом поехал, говорит, быстро домой. Потому что стрельба, блин, это было что-то капец какой-то. Че ты? Минга, Тиря? Минга! Испугался, ветки. Ну да. И полевые эти условия, что делать? Вот, и он, говорит, приехал домой, Чарли был... Хотя я все окна закрыла и все жалюзи закрыла. Я ему оставила только салон, кухню закрыла, там надо все двери, в общем. Оставила ему только салон, включила чуть ли не на всю телевизор. Ноутбук тоже там включила, потому что телевизор после 3 часов вырубается. Ну, если его никто не переключает, ну, вы, наверное, знаете об этом. А компьютер включила 7-часовой, сериал какой-то. Русский, чтобы он у меня его там, ну, заглушал, или эти взрывы вынесла ему. Я все боялась, что он меня где-нибудь надудонит на диване или еще где-нибудь, потому что на крышу он в эти дни вообще не ходит в туалет. А вечером я его не вывожу, потому что это бесполезно. Он тоже ничего не будет делать. В общем, да. Ну нет, не было никаких неожиданностей. Он говорит, я приехал, остался с ним там буквально часик. И потом поехал за мной, с Чарли уже приехал за мной. Вот. Хотя я, ну, мы выпили бутылку вина, ну, типа, такое игристое вино. Вот. Шампанское я не люблю, поэтому открыли мы, конечно, бутылочку шампанского, но я его ни глотка не сделала, я его не люблю. Вот. В общем, прошло все зашибись. Будет, конечно, незабываемо. Баня, сауна. Сауна, конечно, у нас. Мы в Альмунекар ездим в сауну. Вот там, да, классно. Там и бассейн с лимонами, с апельсинами. Друг, обычный бассейн. Бассейн с ледяной водой. Кабина с этими, со льдом, ну, со снегом. В общем, хорошая сауна. А вот вчера мы первый раз туда ездили. Просто она была грязная. Там везде была грязь. Прям идешь по полу, и вот, знаете, скользко. Не от того, что там вода или еще что-то, а от того, что там, вот, знаете, такой налет бывает, когда вода вот грязная, ну, не вода, мокрый пол, когда вот так вот, ну, в чем-то там, который долго не моется, вот какая-то образуется слизь, в общем, да, все было грязно, прям, я не знаю. Хотя цивильное, знаете, отель... 5-звездочный, по-моему, вообще там он шикарный, большой, но вот почему-то грязная СП, не знаю. Ну, главное, знаете, не то, где, почему и как, а сама атмосфера, потому что настроение придает не место, а люди, которые в этом находятся, на, в этом месте и на этом месте.
мы себе сами праздник устроили, сами его отметили. И нам все понравилось. Есть очень много разных фоток. Я, естественно, выложила самые такие, как это, невинные, скажем так. В общем, классно. Самое классное, это то, что я сегодня встала в обычное время, 8:30. И как это, как огурчик, не в одном глазу. Ну, у меня со сном нет никаких проблем. Я могу спать и по 3, по 4 часа и высыпаться, и чувствовать себя замечательно. И вот как я сейчас, как и сегодня проснулась. Музня играет. У нас еще есть праздники. 5 января будет праздник всех королей, поэтому, кто не подписан, подписывайтесь. Будет очень интересно. Там, в общем, приезжают короли, дарят подарки, по улицам ездят кареты разных героев. И вот они разбрасывают конфеты для людей, для обычных, кто, для детей, в принципе, да, для детей. Вот такой вот праздник будет у нас в воскресенье. Пойду тоже посмотрю, не знаю, тут собачка бездомная, мне так их жалко вообще. С другой стороны, они такие упитанные, такие толстые, их везде, всех кормят. И на улице не хочет. Чарли, а донде вас соло? В общем, ну мне их так жалко вообще, прям сердце кровью обливается. Потом, с другой стороны, если они всю жизнь жили на улице, блин, а у нее, да, по-моему, даже щенки есть. Видите, собачка, она такая упитанная, потому что здесь кор... Чарли, Бен! Кто-то побежал один. Упитанная такая. Поводок вот такой пришлось взять, потому что те все сломаны. В общем, как обстоят дела? Муж там в кафешке кофе пьет. И Чарли его увидел и подбег к нему. Не хочет что гулять. Чарли, бен ты? Не хочет гулять. Придется вернуться. Не, ну вы посмотрите на это. Ты задохнешься скоро. Вот сюда, в эту кафешку бежит. Видали его? Видали его? Без очков нельзя. Приехали пиво попить. Тапами. А все закрыто, везде нормальные бары, все закрыты 1 января. Ну вот какой-то тут открыт, вернее не какой-то, здесь рыбу продают. Мы были недавно здесь. В общем, туда пойдем полопать. Машины не очень хорошо припарковали, но как есть. Я уже дома, мы выпили по 2 пива всего. Вот. И что-то я не наелась. Разогрела себе. Я вчера привезла картошку, которую вот делала с мясом, осталась. Обратно забрала. Вот, и сейчас все это полопаю. Заехали к сестре поздравить их с Новым годом. Они все еще все спали, представляете? Все спят вообще, а мы одни мы. Путешественники то туда, то сюда. Зато когда вот сейчас уже ехали, народу на улице страсть сколько. Я говорю, проснулись все. В общем, сейчас включу себе сериальчик и буду отдыхать. Это уже утро 2 января. Еду на работу. Вообще я хотела, планировала, что типа до пятницы возьму мини такой отпуск. Но дело в том, что у меня нет полотенец вообще на работе. И нужно ставить машинку, чтобы постирала и высохло все это до завтра. Вот. И поэтому пришлось встать и валить на работу. Вот так вот. Не удался мой мини-отпуск. Ну да ладно. Обычно я после Нового года всегда беру неделю отпуска. Ну так как в этом году-то я уже брала. Правда, он так пролетел, что я вообще не поняла. То ли сон, то ли что. Это когда в Россию ездила. Вот. Но суть в том, что в отпуске я уже была. Поэтому, ладно. Сейчас приду. Поставлю машинку стираться. Я думаю, что у меня будет сегодня спокойный рабочий день. И потом
Будем продолжать рутину. Спортзал. С Чарли, конечно, не буду все еще гулять, потому что еще все стрельба продолжается. У нас, кстати, сегодня зимний испанский день. Пасмурно. Не люблю, когда пасмурно. Знаете, вот когда солнце, обожаю. Когда дождь, тоже очень нравится. Когда вот так пасмурно и дома темно, вот прям ненавижу. Сон тянет. Клонит. Да. Ну, никуда не денешься. На улице 13 градусов. Ну, это всегда так. С утра потом все опять нагреется. Ладно, пошла я ставить машинку стираться. И все. Тут не была, так как после обеда не гуляем, что-то так захотелось к морюшку. Чё ты опять боишься-то? Тут ничего нету. Чё ты боишься? Трусишка, зайка, серенький. Я с такой, ну и на, банга, маму. Вообще какой-то трус. Ничего не стреляет, ничего. Чё боится? Фиг его знает. Вообще прогульнемся и домой поеду. У нас уже вечер, даже можно сказать ночь. Вот, я сейчас на завтра буду готовить. Пойду посмотрю, что мне там интересно такое. Как всегда, какая-то фигня. В общем, я сейчас буду заготовки, полузаготовки сделаю. Сварю на завтра, ну не сварю, а просто поставлю в кастрюлю. Вот так разберу по соцветствиям. Вот картошку мужу одну, он любит картошку вместе вот с цветной капустой, а я просто захомячу цветную капусту, я ее просто обожаю, просто отварю в воде с подсоленой и все, и замариную сейчас мясо, ну там добавлю чесночок, разный зелень, лимончиком залью и все, и будет до завтра, ну а перед этим я его так это поколошматю, чтобы помягче было на всякий пожарный, прям так это вот яростно, прям вот так это бью, чтобы прям вот, ну да, поняли, да, вот. И а что лишнее, отправлю в холодильник, в заморозку. Блин, у меня там еще селедка под шубой есть. Потому, так как я ее хомячу одну, мне еще, наверное, дня на два ее. Ой, блин, ем. Ну, ты че? Нет, я ее, конечно, не ем, но сегодня, например, не ела. Потому что, а что я сегодня... А, я сегодня пельмени себе варила. Который в русском магазине купила. Конечно, самодельный, намного-намного вкуснее. И вот надо просто сходить за мясом и налепить самой эти пельмени. Потому что они, конечно, ни в какое сравнение даже и не идут. Там такое тесто прям толстое. В общем, да. Ну, ладно. В охоточку. Что-то, знаете, захотела сегодня как-то супчика, что ли. Вот, ну а супчика такой, думаю, сейчас я всегда пельмени люблю с бульоном. Прям, вот, и сделала такой. Да, моя рыба сладкая. Вот, мы все не гуляем, он даже наверх не ходит у меня все еще. Вот все еще у нас стрельба идет. Стрельба, и стреляют. Поэтому вот так вот. Так что вот так вот. Такие у нас дела. Но что у меня получится из этого, вы увидите завтра. Так что не забываем подписываться и ставить лайки. И писать комментарии любые. Любые обо всем. Как у вас дела? Как у вас день прошел? Погода? Какая, может быть, снег выпал? Потому что я никакие новости не смотрю, ни русские, ни французские, ни никакие. Во-первых, что-то как-то времени нету. Во-вторых, что-то времени нету. Ладно, я вот сейчас полежала. Ой, масочку одну делаю. Такая, знаете, на просторах интернета нашла.
Вот. Буду ее, как говорится, тестировать, и потом вам расскажу свое мнение о масках, о хирасках и все такое. Ну, посмотрим. Не буду пока ничего говорить. Увидим. Все. Потом. Ладно, буду с вами прощаться. Быстренько все это прямо сейчас в кастрюлю накидаю, залью водой, мясо в холодильник и пойду отдыхать. Потому что время у нас уже 10-11 час. Уже поздно. И чай, наверное, с медом попью. Вот так мед на меня смотрит. Вот такой прям. Прям вот так он смотрит. Там два вида меда. Один цветочный, а второй этот гречишный. Во. Кстати, говорили многие, гречишный мед невкусный. Нормальный. Прям даже ничего. Вот. Ладно, встретимся с вами завтра. Всего самого лучшего. Всем пока!